знаешь, завтрашний день никогда не будет обещан. И мы все идем по жизни, думая о том, что имеем сегодня, или то, что будет дальше. Но беречь нужно каждую минуту и не принимать это как должное. Так как она может исчезнуть в мгновение ока. В реальности это не романсы, много драмы, критики, разносторонние мансы. Если один прорвался, то еще четверо позади. Один в штанах рваных, другой в цепях ржавых, третий весь в мастях, также в криминальных новостях. Четвертый не устоял, походу сперва подсел, потом похудел, скоро 27, но он не успел. И мать его так и не поняла, что, как и почему так сыном стало. Совсем молод был, но пожалуй такова судьба. А кто-то походу нашел и открыл правильную точку. А кто не смекнул вовремя, теперь нечем кормить сына или дочку. И если кто-то осуждает, забей, не бери в голову, это их право. Держись, не сдавайся, брат, брат. В крепких снах ловлю твои очертания. Счетчик внутри стучит, пока мы здесь. Ты знаешь, по жизни было правильно сперва уважать родителей, значит так надо. Респект правильным пацанам, а также их дамам. У нас жизнь одна и хороших людей мало. Меня удивляют фраеры, которым всегда тесно, всегда мало места. Кто-то мурчит, а кто-то молчит, кто-то попроще, а кто-то бандит. А я просто делаю то, что по душе и то, что по нраву. Это может кого-то не прет, а кто-то скажет красава. И знаешь, мне на самом деле жалко очень. Смотрю в небо и вспоминаю ночью то самое ценное, что когда-то оставил на том другом берегу за океаном. Это моя жизнь в реальности, и я скучаю по вам, родные. Брат, отец и мама. В крепких снах ловлю твои очертания. Все ответы в руке моей. Рожать и прочесть. И объятьями душу пустоту до скончания. Это счетчик внутри стучит, пока.